Тесное сотрудничество между союзами женщин Равенсбурга и Бреста продолжается уже много лет. Огромное количество совместных проектов, которые реализуются на территории двух государств, не только помогают поддерживать теплые отношения, но и содействуют сотрудничеству в других сферах. Преимущество таких контактов в том, что проживают гости в семьях, где наблюдают за бытом и традициями, видят искренние чувства и настоящие эмоции. Конечно, вот в рамках вообще программы партнерских связей наших городов Брест и Равенсбург, Вайнгартен и прилегающих общин в Германии, вот самыми постоянными, самыми однолюбами, наверное, являемся мы женщины. В 92-м году впервые мы поехали туда, делегации женщин, и с тех пор мы не пропустили ни одного года. Один год приезжают они к нам, следующий год мы едем туда. Во время встречи мэр города Александр Полышенков неоднократно подчеркивал важность партнерских отношений, ведь города-побратимы – это не только дружба. Здесь немалую роль играет культурное сотрудничество, а также укрепление взаимопонимания между народами. С этим обе стороны справляются на ура. За эту обширную работу их и поблагодарил Александр Полышенков. Спасибо большое. Я хочу тоже выразить слова благодарности, что вы у нас, что женщины наши едут к вам. Это очень хорошо, и это общение нужно. Во время дискуссии мэр города рассказал о современной политической и экономической ситуации Брестской области, а также ответил на вопросы представительниц немецкой делегации, обсудил с ними плюсы и минусы того, что Брест находится на приграничной территории. Фрау спрашивали об экономике, безработице, состоянии деревень. На свои вопросы они получили аргументированные ответы. Гости очень важные и интересные, потому что одним из проектов или одним из направлений работы Белорусского союза женщин в нашей областной организации это является международное сотрудничество. Такие встречи имеют важное значение. Дружественные отношения между женщинами Бреста и Равенсбурга помогают познакомиться с культурой наших стран, бытом, традициями и ценностями. Участницы встречи, которые в городе над Бугом не впервые, отметили, что с каждым годом Брест только хорошее, становится краше и чище. Фрау заметили уютные зеленые парки и скверы, благодаря чему Бресте становится зеленым островком и настоящей находкой для детей. Они поблагодарили Александра Полышенкова за теплую беседу и пригласили в следующем году в Германию на юбилей дипломатических отношений.